Фасол, разол, знаешь, этот анекдот, а? Нет. Ну, это же грузин, анекдот хороший про грузина, когда сын приходит из школы, ну, в советский период, он говорит, какую оценку ты получил? Он говорит, двойку, папа. А по какому предмету? По русскому языку. Ха! Берет, открывает и говорит, слушай, сколько раз можно говорить, что сол, фасол, аэрозол пишется с мягким знаком, а вилка, тарелька, бутылька, колбаса пишется без мягкого знака. Понимаешь, это нельзя понять, это можно только запомнить.